Деревня Юмэй на севере Диананьской равнины острова Тайвань – место, где проживают потомки переселенцев из Джанчжоу провинции Фуцзянь. Лин Гуаньи здесь родился и вырос. Более 60 лет его жизни пролетели незаметно. В деревне Юмэй нет пожилых людей, которые бы его не знали. Этот человек не только их земляк, но и известный мастер по обжигу керамики Дяоджи. Керамика Дяоджи – это глиняные изделия, предназначенные специально для декора монастырей, родовых храмов и жилых домов. Керамическое искусство Дяоджи зародилось на территории провинции Гуандун. Этот район в древности называли Дяоджи, отсюда и название – керамика Дяоджи. В конце династии Мин, в начале правления династии Цин, люди стали мигрировать с материка на остров Тайвань. Среди них были и мастера керамики Дяоджи. Сегодня тайваньская керамика Дяоджи стала самостоятельным направлением и самым характерным для острова народным ремеслом.庙就是小小的，就是随便就能遮风能避的地方，他就把它供奉起来。但是等他来到这个地方一阵子安定了，百姓也自己先盖楼房起来，把房屋盖得漂亮一点。再来就想到我们带来的贤器也应该帮他再盖个新房，让他从小的庙一直整修整修。 一直延续到现在。饺子头其实是一个我们庙的一个很重要的一装饰品啊，它在那个庙的屋顶上，或是那个墙壁上，其实是一个我们所谓讲很多的忠孝节义的故事。其实从名称来讲，它的名称在台湾只有饺子烧啊，嘉义饺子、越王头。 这么的不同的称呼在。Техника керамики Дяоджи довольно трудная. Среди немногочисленных мастеров можно выделить Е Линджи, известного как Е Ван, что в переводе означает «великий Е». Он заложил основу керамики Дяоджи на Тайване, поэтому иногда ее также называют керамикой Е Вана. 他的一些人物造型，或者说一些那个所谓的那个神话中的一些神兽或者什么，都是别出心裁，只有他有。精细，用色，那它的造型非常惟妙惟肖。用色，它的釉，那有它的独特的那个风格。那该深就深，该浅就浅。 Монастырь Цзигун в поселке Чедзя тайваньского города Тайнань – это классический образец религиозного сооружения. Главный бог, которому здесь поклоняются, Баошан – верховный защитник жизни. По преданиям, строительство этого монастыря началось в 21 году правления под девизом Шаосин династии Южный Сун. Его история насчитывает уже более 800 лет. В 1862 году, когда монастырь находился на реконструкции, его настоятель пригласил Ивана для обжига керамических изделий. С тех пор работы Ивана считаются сокровищами. Приступивший к освоению ремесла Линь Гуаньи в свое время также прибыл сюда, чтобы преклониться перед работами Ивана. Однако тогда он и подумать не мог, что его судьба чудесным образом переплетется с судьбой основателя керамики Дяоджи.到嘉义去读书，都会到这边等公车。记得在我初中的时候，就等公车，那阵时间就我们村子的庙就在整修，所以一有空我们就会到庙去看将士们工作。就是因为这个缘故，才让我对寺庙的正职起了相当大的兴趣。
На Тайване храмы, где совершают жертвоприношения богам, можно встретить повсюду. И даже в такой маленькой деревне, как Юэмэй, есть свой храм. Храм – это не только центр духовной жизни для местных жителей. Здесь представлены скульптура, керамика, роспись, каллиграфия и другие виды искусства. Весь этот художественный декор служит жизненным принципом китайцев стремиться к счастью, избегать бед, возлагать чаяния на воспитание и предаваться самозабвению. По рекомендации деда Лин Гуан И отыскал Лин Ван Йоу, который в то время занимался реставрацией храма Гуан Тяньгун. Он попросил его стать наставником и начал учиться строительству храмов и ваянию керамических изделий. Восьмое апреля 2013 года. С раннего утра со всех уголков Тайваня в деревне Юэмэй, где живет Лин Гуан И, съезжаются почитатели богини моря Мадзу. Тихая деревушка в одно мгновение наполняется шумом. Место, куда они отправляются, находится в 4 километрах от деревни. Это волость Синьган. Этим вечером статую богини Мадзу из храма Джэнь Лайнгун поселка Дадзя переносят в Фэн Тяньгун в Синьгане. Среди большого числа верующих на Тайване многие почитают богиню Мадзу. Ежегодно 23 числа 3 месяца по лунному календарю отмечают праздник рождения Мадзу. В 3 месяц по лунному календарю люди устраивают торжественные ритуальные обряды и шествия. 3 месяц по лунному календарю известен как время преподношения богини Мадзу. В череде обрядов поклонения богине Мадзу на Тайване самым важным считается паломничество по окрестным землям. Его называют одним из самых важных религиозных мероприятий в мире. Паломничество длится 9 дней и 8 ночей. В эти дни верующие идут по следам Мадзу, вплотную двигаясь за образом богини, тянут за собой свои вещи и завершают весь свой путь. По пути они заходят во все храмы. Все, кто видит образ богини по пути, должны ей поклониться, чтобы попросить у Мадзу счастья и благополучия. Важное украшение для храма – керамические изделия дзяо-джи представляют собой низкотемпературную полимерную глину. Они легко подвергаются эрозии, в особенности те, что снаружи. Их необходимо реставрировать в раз в несколько десятков лет. Раньше мастера прямо на месте делали землянки посреди храмов и обжигали изделия под открытым небом. Для одного монастыря требуется довольно много изделий дзяо-джи. Чтобы полностью декорировать монастырь, зачастую требуется 1-2 года. По прошествии долгого времени многие храмы на Тайване переживают неоднократные ремонты и становятся общим результатом работы нескольких поколений мастеров. Сегодня Лин Гуан И считает, что его увлечение керамикой дзяо-джи было отнюдь не случайностью. Его родина, тайваньский уезд Дзяи, это колыбель керамики дзяо-джи на Тайване. Мастера-гончары, изготавливающие изделия дзяо-джи, в своем большинстве учились ремеслу здесь, поэтому это место и считают родиной керамики дзяо-джи на Тайване. В процессе изготовления изделий нужно тщательно рассчитать пропорции гончарной глины. В целом для керамики дзяо-джи нужна глина с хорошей вязкостью.
После шлифовки, фильтрации и промывки эта глина становится очень мягкой, что и является ее главной особенностью. Только с помощью такой глины можно живо и точно выразить особенности различных предметов. 它泡水很快就松了，外面把它摔整块，它硬的像石头一样。黑土长的就是这个样子。另外还有这些是白色的，黑土还是原来台湾的黑土。另外还有这些是白色的，白色的泥土，这个是今年的白土土，今年的台白土土。另外那一边还有是南投的土，都是现在所做的陶瓷土。 的原料，我们铸造的都是还是做几种土来调配的。我们一般不跟工厂买那现成他们配好的泥土，我们会自己从原来的矿区把泥土运回来，哎，摆在外面。但是需要的时候我们再配，啊。 После того, как глина готова, нужно нарисовать эскиз будущего изделия. 这个是一个辟邪的书牌哈，原本在台湾它传统上是一个有八卦形的，但是就有一次在81年的时候到美国去展览，那美国人就觉得奇怪啊，中间这个图腾很漂亮，旁边为什么要围得这么僵硬呢？ 但回来想一想也对哈，后来我就把它改成像现在所做这个书牌这一种形状。 Поскольку монастырь – место, где молятся о счастье и получают нравственное воспитание, тематика многих изделий керамики Дзяо-Джи связана в большинстве случаев с фольклором. Это мифы и легенды. Также часто можно увидеть образы богини милосердия Гуанинь, 8 даосских святых, 3 китайских божеств, олицетворяющих счастье, достаток и долголетие, благовещих зверей, синего дракона, льва и единорога, растения, персик, гранат, знаки китайского зодиака и прочие символы. Среди изделий керамики Дзяо-Джи, которыми украшают храмы, часто встречаются отдельные скульптурные сооружения. Помимо проработки формы каждого изделия, мастера также прорисовывают целостную композицию декора всего монастыря. 一般胶纸陶的过程并不是像我们彩绘过彩的那么细致哈，主要因为胶纸陶是从平面要把它转换成立体，所以我们最重要就是它的布局。 在图片上，我们可能看不出来，有的画的是黑色，有的是红色，还有蓝色的。其实这种不同颜色的，我们把它标示出来，就是它从平面转换为立体的层次用药。我们一般的话，就是会把红色啊，就是它我们要是最严谨的地方哈，像蓝色我们把它。 转换成变成中景哈，在最我们所看到的黑色，我们会放到最前面的前景，所以它整个组合起来，不但把平面变成立体，它还有渐层每一层一层一层那个眼镜的感觉。 Когда все готово, можно приступать к формовке скульптур. В соответствии с заготовленным эскизом берут в щепоть глину и придают ей формы нужных пропорций, делают резьбу. 所以我们现在所看到呈现的是黑的颜色，就是主要胶纸陶所铸造的时候所用的泥土。像这种泥土的调配，其实它没有固定的比例，根据每一个匠师啊他的喜好来调整。主要是它的收度问题，再来就是它可塑性的问题，这个是我们考虑的最重大的一种因素。
Вырезать детали наподобие волосяного покрова или украшений обязательно нужно с помощью надлежащей пресс-формы. После того, как все детали готовы, нужно вручную прилепить их к грубой заготовке. Когда формовка завершена, изделие помещают для просушки в естественных условиях. Обычно требуется от 1 до 3 недель. После этого нужно сделать предварительный обжиг изделий в течение порядка 16 часов при температуре 1170 градусов Цельсия. Многочисленные боги в тайваньских храмах дают огромное пространство для фантазии при изготовлении керамики дзяоджи. Каждый мастер по-своему видит, понимает и выражает образ божества. Чтобы подчеркнуть творческое вдохновение из традиционной культуры, Линь Гуан И часто в выходные дни отправляется в различные храмы Тайваня, чтобы найти работы старых мастеров. И будь то керамика дзяоджи, гравюры и каллиграфия, он все фотографирует, рассматривает детали, усваивает самые лучшие.所有的庙宇，大的庙宇我都走遍了。那个年代是其实画稿很少，有一些资料就是庙看，看庙所有的匠师。其实台湾的庙，你如果来看一下哈，它都像一个小型的博物馆，啊，什么样的工艺都有啊。所以，但是来自不同的匠师，他有不同的表现。我把台湾的重要的庙宇又走了一次。 那是不是真正要找说，我到底要的是什么样的元素？走了一圈回来，反而在嘉义一家那个建南先生宫，我们这边叫做孔子庙，那一家的庙祝我很熟，我就跟他聊天说：“这个老伯，这个庙里面的龙虎肚，这个必是绞子陶。” 啊，这个又受煎熬。我说这个不知道是哪一位唐山师傅所制作的，结果他随口就告诉我，不是唐山师傅做的啦，是东市场在卖糕饼的那个林天木先生做的。我说你是说真的还是假的？他说当然是真的啦，我在这边当庙祝，从年轻当到老了，我怎么不知道？ 林平му, о котором упоминал служитель храма Сяньшангун, также был мастером по изготовлению керамики дзяоджи и родом из Дзяи. В применении глазури он унаследовал традиции мастера Е-Вана. Спустя долгие годы поисков Линь Гуан и подумать не мог, что в родных краях он найдет нужные ему краски. 当天就问好地址，又跑到林天木老师去家里去。我告诉老师说，我自己在烧陶，我在做庙，但是我怎么烧不出你那个釉色出来。鲜艳的那个釉色以及人物造型，他非常喜欢。啊，多方打听，他发现哦，原来这一脉相传，那叶王还有林天木，就透过管道。 他一定要拜林天木为师。没想到林天木老师跟我的启蒙老师林万友老师，他们以前都是朋友。就是林天木老师，他是离开庙宇的事业去做生意而已，所以他一听说好啊，你如果觉得很麻烦，你就来，我就交给你。 На первый взгляд, простая глазурь во всем процессе изготовления керамики дзяоджи является ключевым этапом. Глазурь или керамики дзяоджи – это сплав металлов и руд. Основных цветов 9, но опытные мастера могут сочетать их в нужных пропорциях и получать несколько десятков разных оттенков. В зависимости от предпочтений мастеров, различные краски мастерски соединяют в одно целое и затем решают, получится ли изделие изысканным и блестящим, а цвет – простым и элегантным. Thank you.
сочетая техники смешения красок двух его наставников Линь Вань Йоу и Линь Хэй Му, Линь Гуан И придумал свои пропорции для получения уникальных оттенков, которые делают готовые изделия красивым, но не броским. В плавных линиях таких изделий отражен насыщенный деревенский дух.在台湾的胶质陶釉是为什么一直从清朝中期以后到现在越来越受欢迎，其实它最重要的是它的釉色的一直在演变。像我们在制作釉色的时候，我的老师给我的是很好的一个基础，我就在那它的基础上面再经过改良。 在这个过程里面一直在研发、在学习，然后创新，不断的能够把创造出很多它特有的，比如说黄色啊、绿色啊，甚至红色像胭脂，黄的像琥珀，绿的像翠梨一样的这样的一个在别人看不到的，而且它创造出来的颜色非常的温润、平均，我们看的非常的喜欢那个感觉。 Зимой 1900 года в храме Ци Дзигун в районе Сюэдзя тайваньского города Тайнань произошла содрогнувшая весь Тайвань кража. Были украдены около 50 ценных керамических изделий Дзяоджи работы мастера Евана. Расследование обстоятельств по делу продвигалось очень медленно, и памятники материальной культуры исчезли бесследно. Служителям храма Ци Дзигун не оставалось ничего иного, как по фотографиям восстановить украденные работы Евана. Тогда они отыскали прославленного мастера Линь Хэй Му в надежде, что он возглавит восстановительные работы. Однако к тому времени Линь Хэй Му было уже за 70. Он был уже слаб и физически, и морально. Тогда он предложил, чтобы вместо него всеми восстановительными работами занимался Линь Гуан И. 当时找到林光义来帮忙修复叶王的作品，我觉得这是历史上一个非常 不可思议的一种默契，因为徒孙们来帮那个所谓的祖师辈来修复作品，当时是相当的高兴，因为以前的常常先往叶王的胶质陶在庙宇上面哈，那个年代的庙不是像我们去那么有灯光那么多，灯还是很暗。 也是要好好仔细说去看清楚，其实不太容易。所以，既然能修，当然那是又是一个缘分啊。看到叶王的真迹作品，当然这是一种神识、精神，哇，他去抓了，行，通过行去找他的神，所以这里有一个默契，就是他们的法脉，这就结合了。 Линь Гуан И, который уже почти 20 лет занимается керамикой Дзяоджи, в этот раз выпала редкая возможность. В процессе восстановления изделий он не только смог прикоснуться к работам великого мастера. Делая копии, он также смог понять детали творчества. После того, как было получено согласие от храма Ци Дзигун, срок работы Линь Гуан И растянулся от 1,5 до 3 лет. Каждый день, уходя в храм и возвращаясь обратно в свою мастерскую, он надеялся, что восстановленные им изделия будут максимально схожи с работами Евана. Именно этот ценный опыт поднял мастерство изготовления керамики Дзяоджи Линь Гуан И на новую высоту. В 70-х годах прошлого века в жизни тайваньцев произошла огромная перемена. Стремительное развитие экономики на Тайване вывело остров в четверку азиатских тигров. В то время Линь Гуан И начал осваивать зарубежные рынки сбыта.
Он сам поехал в США, договорился о сотрудничестве с известной компанией в сфере искусства, хотел презентовать широкой публике свои керамические изделия Дзяо-Джи. Однако постоянное изготовление изделий для экспорта отняло у Лин Гуан-И много сил. Кроме того, трудности в творчестве ему пришлось преодолевать и из-за культурных различий. В 1995 году Лин Гуан-И закончил многолетнюю торговлю керамическими изделиями Дзяо-Джи. Он вернулся на родину, отремонтировал прежнюю комнату своих родителей и сделал в ней мастерскую. Все свои силы он стал посвящать керамике в технике Дзяо-Джи, изучению и совершенствованию этой техники. Последний этап изготовления керамики Дзяо-Джи – повторный обжиг заготовки после нанесения цветной глазури. Обжиг делают при высокой температуре в течение примерно 24 часов. После этого нужно подождать 1-2 дня, пока изделие остынет, и тогда оно полностью готово. За 300 с лишним лет керамика Дзяо-Джи стала самым колоритным народным искусством на Тайване. Это искусство всегда находится в тесной связи с монастырями, домами и родовыми храмами, свидетельствует о неизменных моральных качествах китайцев, преданности, почтительности, целомудрии и долге. 他已经思考到从庙宇的这些元素怎么去抓出来然后投入到生活里面变成跟生活结合这样的传统工艺才有它的命脉可传否则的话永远变成古董嘛 Неоднократно экспериментируя, Лин Гуан-И повысил температуру обжига, в результате чего изначально хрупкие изделия Дзяо-Джи стали наполовину фарфоровой продукции с более долгим сроком хранения. Более того, он активно старается изменить второстепенный статус этого ремесла в декор монастырей. Он хочет сделать его самостоятельной формой искусства. Сегодня на рынках и в магазинах подарков на Тайване повсюду можно увидеть художественные изделия в технике Дзяо-Джи. Никому неизвестный прежде молодой человек теперь уже стал выдающимся мастером-гончаром. Традиции и современность, мифы и реальность сообща построили царство керамики Дзяо-Джи для Лин Гуан-И.